And we're hearing God more than we heard him before, maybe? И мы слышим Бога больше, чем мы его когда-либо слышали, не так ли? Isn't God good? Не правда ли Бог благ? Let's just give God some praise, all of us together. Давайте мы все вместе воздадим Его славу. Спасибо, Иисус! Мы славим Тебя, Господь! Спасибо за то, что Ты делаешь в наших сердцах. Спасибо за то, что сегодня Ты делаешь в наших сердцах. Продолжай работу. Возьми нас глубже, выше. Возьми нас глубже в поклонение, глубже в пророческие дарования, дары Духа. Глубже в Твою любовь. Открой наши сердца еще больше. Открой наши сердца, чтобы нам получить больше от Тебя. Мы славим Тебя, Господь. Мы превозносим имя Твое. Мы славим. Славим Твое святое имя. Ты святой, Ты святой, Ты достоин, Ты достоин. Благословляем Тебя, Господь. Благословляем Тебя, Господь. Oh man. We're gonna have a few testimonies. Мы сейчас поделимся несколькими свидетельствами. Okay. Хорошо? We're gonna start with Anna. Мы начнем с Анны. Yeah, like sister said, my name is Anna and I'm from Sweden. Меня зовут Анна, я сама из Швеции. And I just want to share a few things with you. Я хотела поделиться некоторыми вещами с вами. Today, сегодня, during worship, во время поклонения, I was experiencing something I never experienced before. Я переживала что-то такое, что не переживала никогда раньше. When we were worshiping, когда мы поклонялись, I saw water. Я увидела воду, которая стекала прямо с крыши, с потолка. И эта вода, она была по всему этому залу. И я, на меня прям водопад такой обрушился. Я буквально физически прочувствовала это на себе. Я просто была утоплена этой водой. И такого переживания у меня никогда раньше не было. But heaven was open, and he was pouring out his water. Небеса просто были открыты, и Бог изливал свою воду. And today, just, и сегодня еще, just like 20 minutes ago or something, 20 минут назад где-то, while we were praying, пока мы молились, I saw a mountain, я увидела такую гору. И над горой было очень много-много света. And it was two big hands. И такие две большие руки. And I knew that, of course, it's the hands of the Lord. И я сразу поняла, что это руки Господа. And then I heard this voice. И потом я услышала голос. Come higher. Приди выше. I have experienced things during these days. Во время вот этой конференции переживала вещи in worship, в поклонении и в хвале, которые я никогда раньше не переживала. И иногда мы так много переживаем в Боге, и мы иногда думаем, все, это предел. А потом, и что я уже дальше, я уже некуда. Но это неправда. Бог говорит, пойдемте выше, пойдемте выше. У горы есть вершина. But God has no end. Но у Бога нету границ, and у него нету конца. И Он хочет взять нас выше, намного выше. God bless you. Бог вас благословит. Катя. Катя, иди поделись. I'm afraid I'll say her name wrong. Катя. Like Катя. Катя. Меня зовут Катя. Вчера во время поклонения, обычно во время поклонения, когда я поклоняюсь Богу, у меня начинает болеть сердце, когда я прыгаю или делаю какие-нибудь нагрузки. Вот, и вчера я первый раз заметила, когда, поклонялась, вначале у меня болело сердце очень сильно, потом
она как бы начала потихоньку проходить и просто прошла. One more thing, please. Еще одну вещь я забыла. Yesterday. Вчера. In the end. В конце. We were doing this. Собрание. Хвала, this praise song. Мы пели эту песню хвала. Oh wow, it's such a praise. Такая хвала. And Susie was sharing before. Сьюзи до этого делилась. О том, что ангелы здесь. Здесь есть ангелы. And suddenly, like I just knew it was angels all over, like all over the room. Я осознала, что вот так вот по всей комнате ангелы. And I felt that outside. Я почувствовала, что даже извне. With some black figures. Какие-то темные фигуры там были. Like, who was like this? Они такие испугались вот так вот. And I knew it was like religious spirits. И я знала, что это религиозные духи. And I felt it was really freedom from religious. Religion. И я почувствовала, что здесь существует реальная свобода от религии. And I even have in my heart, and I even had in my heart to say that. У меня в сердце такое было сказать. That some people really like maybe feel felt this. Возможно, люди чувствовали это. Чувствовали освобождение от этого, и просто freedom. Это от Господа, freedom! Свобода. What's your name? Как вас зовут? Marcia. Маша. This is Marcia. Это Маша. Я вообще думала засвидетельствовать о том, что сегодня насчет пророчества говорили. Просто я бы хотела немного об этом тоже сказать. Вот, просто мне Господь через сестру, через одну сказал, что я, ну, одуванчик, в общем. Это было... Вот, на самом деле, вот перед Господом, когда вот так открываюсь, да, на самом деле так просто происходит, и я такая простая становлюсь, как одуванчик. Аллилуйя! Вот. И я бы еще насчет поклонения хотела сказать. Вчера вот с утра меня очень тронуло это поклонение, когда вот именно в зале начали петь просто начали петь духом вот люди. Не знаю, это было настолько прекрасно, вот, ну, очень чудесно было. В общем, я не знаю, как еще выразить, просто было очень, очень чудесно. Было вот духом песнь, да, вот на иных языках, и вот у меня лично, я думаю, это у каждого, наверное, истолкование сразу же шло. Вот Господь очень сильно так утешал вот меня, ободрял. Ну, вот я что хотела сказать. Слава Богу. We have, I want to... Was it her? To just share the part about to tell her 10 years of something. Okay. And how that was with her a part of her life. Привет. This is Anna. Это Анна. Меня зовут Анна, и я только что сама узнала, что я буду свидетельствовать, но ничего. Я попробую. И всем этим я просто хочу воздать славу Богу и сказать, что Он великий Бог, и как вас всех много. И просто, когда были пророческие группы, я знала, что Бог сегодня будет говорить ко мне. Я с самого начала, еще когда была конференция. И мы разделились на группы и ушли, и... Бог дал мне знание, что вот сейчас будет что-то. И я такая, Сьюзи спрашивает, кто хочет. И так как я понимаю немножко английский, я сразу сказала, что я хочу получить слово от Духа Святого.
И я вышла, и все начали молиться там, пророчествовать. И вы знаете, одна женщина сказала, что 10 лет. Все такие смотрят на нее, ну, как бы, что 10 лет? Такие думают, ну, что она сказала? Все начали там, ромашка, лилия, там, еще что-то. А она сама говорит, я не знаю, говорит, 10 лет и все. А вы знаете, вот когда она сказала 10 лет, и я поняла, что Бог, Он начал просто сокрушать меня. И у меня слезы полились, и я сразу поняла, что что-то есть. Говорит, давайте мы послушаем, что это. И я очень давно хожу в церковь, давно. И, ну, как бы, была одна религия. Но Бог, Он потом на протяжении последних нескольких лет начал освобождать от этого. И эти 10 лет, они были именно 10 лет религии, когда ты знаешь, что Бог, Он есть, да, Он там тебя любит, но у тебя это просто в голове, а не внутри. И, слава Богу, Он просто от этого освобождает. И, в общем, Он очень чудесный. Я не знаю, что вам еще сказать. Gonna tell the story of a man that was. Ирина поделится сейчас свидетельством одного человека, который тоже был у них в группе, вероятно, и ну просто им пришлось уйти. Но она знает, что там было. Просто это вообще настолько невероятно, но Бог позволил мне вот это все услышать и увидеть. Я вообще даже, ну я в шоке до сих пор. Мы пророчествовали, у нас была группа. И уже когда все закончится, то было все классно, вот, ну как бы не очень так сверхъестественно, ну так, по-простому. А потом в конце уже все разошлись, и подходит одна девушка, которая была в группе, и подходит с моими знакомыми, муж и жена, и у них ребенок. И она, они говорят, ты не мог бы нам истолковать... Ну, я постараюсь побыстрее, это так долго. Короче, она видела видение для него, и рассказывает это видение, а меня просят переводить. И я знаю все, короче, что было в жизни вот у этого парня, и я перевожу. Она говорит, я видела фабрику, и фабрика абсолютно разрушена, и последний гудок прогудел, и фабрика больше не работает. А другая картина, что как будто она сама вместо этого парня стоит на горе, гора вся скалистая, а вниз вот так вот идет гладкая дорога, и там храм и деревья. И он говорит, как ты думаешь, что это значит? Она говорит, она ни разу его не видела в жизни. Она говорит, я думаю, что ты приехал откуда-то, ты не местный. И ты делал свое служение, оно у тебя разрушилось. И, в общем, они начинают просто рыдать. И он говорит, да, мне точно так же Бог открыл, что у тебя все разрушилось, и ты теперь боишься по вот этой ровной дороге идти к Богу. Потому что ты боишься, что ты опять подскользнешься и что у тебя опять все будет плохо. Но Бог, как тебя зовут, эту девушку спрашивает? Она говорит, Надежда. Он говорит, Бог тебе слово говорит сегодня, Надежда. У тебя все восстановится. И те, кто тебя осуждали, ты помолишься за них, и они исцелятся. И Господь просто, они рыдали, я рыдаю, потому что я зимой была свидетелем, когда их жизнь была разрушена, и он попал в психиатрическую больницу. И все вокруг просто были в шоке, что с этой семьей могло такое произойти. И Бог говорит, я тебе даю сегодня обещание, что все твое служение и жизнь будет восстановлена. А жене сказал, что твой стыд и позор, который ты испытала, я сегодня полностью забираю. Не чудесный ли это Господь? Как Он восстанавливает людей? И еще одно, что когда это все происходило, то в христианскую среду высвободился очень сильный страх. И так как я была свидетелем вот всех этих событий, этот страх ужасно меня как бы, ну, напал. И не только на меня. Была еще одна девушка, которая была с ними. В общем, она тоже попала в психиатрическую больницу. И это тоже, ну, дьявол просто сокрушал. В общем, он хотел просто разрушить жизни людей. Вот, и когда вот сказал брат тоже, ну, Крис сказал, что вы помолитесь за людей, и они исцелятся, я сказала, помолитесь за меня, потому что этот страх приходил ко мне, вы помолитесь за меня. Я просто верю, что Господь полностью избавил и восстанавливает, и просто убирает всякий страх из нашей жизни. I think.
Okay. Let's just. Well, isn't the Lord good? Не правда ли Бог благ? We're gonna worship. Мы будем поклоняться. And I think we'll just we've had a lot of teaching, I think, haven't we? Мне кажется, что у нас уже было много достаточно учения. So I think for the rest of the night we're just gonna worship the Lord. Просто оставшееся время сегодня мы будем поклоняться Богу. Feel free to dance, sing out. Пойте, танцуйте, двигайтесь. Lay down. Ложитесь. Танцевать можно сзади. I might walk around with the microphone and have people sing prophetic songs. I might walk around with the microphone. Я, возможно, буду ходить по залу и петь, давать возможность людям исполнить пророческую песню. So don't be afraid to sing your song into the microphone. Не бойтесь петь пророческие песни. Because it will bless сзади. All of us. Потому что это благословит всех нас. We are одно тело. We are one body of Christ. We are одно тело Христа. Столько много мы учимся друг от друга.
несутся голоса. Let the Lord be lifted up. Пусть превознесен будет Господь. Let our voices rise to the heavens. Пусть голоса вознесутся. Sacrifice or praise, жертвы хвалы. Sacrifice or praise, жертвы хвалы. Today, Lord. Мы слышим твой голос сегодня, Господь. And we will not harden our hearts. И мы не ожесточим сердец своих. You have touched our hearts, Lord. Ты коснулся наших сердец, Господь. And you have molded us.
И ты сформировал нас. You massaged our hearts with your hands. Ты массажируешь наше сердце своими руками, своим дыханием. By the power of your spirit. Силой своего духа. You've broken down barriers. Ты сокрушил барьеры в нас. You've healed us. Ты исцелил нас. And we're saying we'll take говорим, more. Мы возьмем еще больше. We believe there's more. Мы верим, что есть больше. We're gonna sing a song that we. Мы споем песню, которую. We sing this song over ourselves. Мы поем эту песню сами над собой обычно. It's the word. Это слово. It's Isaiah 61. Это Исаия 61 глава. Я помазан. Я помазан. Я помазан. Я помазан. And I'm anointed. We'll teach you the chorus. It's real easy. Мы научим вас припев, он очень простой. Я помазан. Я помазан. Du Господь на мне. Yeah.
верю. Verse 2. Spread his glory, fame all around the world.
take over our lives. Мы хотим, чтобы ты распоряжался жизнью нашей. Thank you.
Когда бедные и жаждущие ищут воды, and there is none, и нет ее, and their tongues are parched from thirst, и горят языки их от then, жажды, then I, the Lord, will answer them. Я, Господь, отвечу им. The God of Israel, Бог Израиля, will never forsake them. Не оставлю их. I will open up rivers for them on high plateaus. Я открою большие реки для них. I will give them fountains of water in the valleys. Я дам им воду в долинах. In the deserts they will find pools of water. В пустынях они найдут озера. Rivers fed by springs will flow across the dry, parched ground. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. And I pray right now over you people, over you awesome people, awesome people над вами, of God. Прекрасные, чудесные люди Божьи. That you will continue to чтобы open, вы, the Lord will continue to open чтобы fresh Господь wells inside of you. Продолжал открывать эти свежие колодцы, источники and that воды. Your wells will stay open. И чтобы ваши колодцы оставались открытыми. And all the other people will come and drink. Чтобы другие люди приходили и могли пить. Come and drink fresh water. Приходить clean и пить water. Чистую, clean свежую, water. Прозрачную воду. Okay. And that is really good because there's so much about water here. Знаете, water that you can't так drink. Много о воде, вот
здесь, в стране. This is the water that everybody wants to drink. У нас в стране воду невозможно пить, но эта вода, которую Бог дает, это ее хочется пить. И вы проложите путь, чтобы другие приходили и пили эту воду. Я просто молюсь за те города в России, которые не имеют вообще воды. Господь, чтобы ты послал туда людей со свежими колодцами. They would never thirst again. Чтобы они не возжаждали вовек. We're going to sing to the wells of Russia now. Сейчас мы будем петь, обращаясь к колодцам России. It says in the Bible to sing. В Библии сказано: пойте, пойте к вашим источникам, пойте к колодцам. Well, actually, it says that the Israelites sang to their own wells. А вообще там речь идет о том, что израильтяне пели, обращаясь к своим источникам, колодцам. Spring up, oh well. Взорвись, колодец. Open up. Откройся, yes. Откройся. We're all gonna sing right now to the wells. И мы сейчас будем петь for этим the whole country, колодцам. For the body of Christ through this whole по всей country. Стране, обращаясь к телу Христову, and по всей стране. Country represented here. И вообще за все страны, которые здесь представлены, представители, которые здесь есть. So just sing, open. Открой, открой, Дух Святой, пойте колодцам, пойте колодцам, пойте колодцам, открывайтесь, открывайтесь, пойте колодцам. По всей земле, по всей сухой земле безводной, пусть откроются источники живой воды. Откройтесь, откройтесь, откройтесь в ваших людях, откройтесь в церквях, откройтесь, Дух Святой, открой. Откройте широко, откройте широко. God is love, and Jesus came to. Бог есть любовь. Иисус спасти нас пришел. Good. We're gonna do that song now. Мы сейчас поем эту песню. Бог есть любовь. Mm-hmm.
выше, все, и шире, глубже и шире, выше, сильнее, глубже и шире, и выше, сильнее. Спасибо.